Друзья, всем привет! Сэмик спит целый день. Шо, Кисюня? Так вздохнул. Ты гулять пойдешь с нами, Кися? Не, он только урчит. Ага, понятно. Он где-то минут 30 назад стырил кусок колбасы со стола. Сынуля забыл его там. Но имея 5 котов в доме, это было опрометчиво. И вот этот шерстяной, давай почухаю, стырил весь и съел. Ладно, иди, лежи, отдыхай. А мы пойдем. Ну вот, что он все время в строю. Хвост пистолетом. Так. Маша, иди сюда. Маша вообще не хочется играться никак. Че, Рудик? А, это собакин прибежал. Аж хвост надул. Правильно. Надо всегда держать ухо востро. Да, Кисюня? Пойдем, пойдем. Собакин волнуется, опять этот щеночек выскочил. Говорят, маленькая собака всегда щенок. Маша, что задумалась? Бежит, бежит. Рудик, иди сюда. Ух, классно, как он прыгает. На такой степени рациозно, обалдеть. Просто обалдеть. Вот. Сейчас будем котел включать. Потому что в доме 18. И уже, наверное, 17 уже. Маня как будто не замечает его. Когтики поточить надо. Учись, студент. Как когти точить надо. Хотя он умеет уже. Вот так. Вот такое. Да. Задира еще тот. А ну-ка. Это у нас тут с огорода палочки остались. Надо будет убрать их потом, когда-нибудь. Пошли гулять. Тут у нас Пуня попался на глаза. Он же гопник, а? Ты, суетолог. Ладно, пойдемте на берег этих вредных собак маленьких. На улице тихо-тихо. Вообще не шелохнется. Рыбаки какие-то проплыли на лодке, волну подняли. А так вообще тишина. О, как. Ух ты, смотрите, какое отражение богатое. Обалдеть. Зеркало. Вот оригинал. Заходящие лучики солнца освещают крону деревьев. Так она живописно смотрится на фоне неба синего. Обалдеть. Вот так. Ляпота. Не шелохнется, видите? Класс. Так, друзья, еще раз хочу напомнить одно из условий моих. Пожалуйста, не пишите в комментариях о политике. Может, кто-то запамятовал или не знает просто-напросто. Без обид, но я эти комментарии буду удалять. Для политики есть другие каналы. Там можете высказываться в ту или иную сторону, это ваше мнение. Ну, здесь совсем другой контент, поэтому без обид. Только что был комментарий, начало обалденное, великолепное. Дальше коснулась тема другой темы, скажем так, я его удалил. Поэтому еще раз говорю, не обижайтесь. Солнце село уже. Нету его. Скрылось за горизонтом.
коты не захотели идти. Видели, как Сэма там размазала по дивану. Наелся и спал там, хрюкал весь день. Ребятенок забыл кусок колбасы на столе. Вот он так. Ух, так потом еще и хлеб начал есть. Вот такой вот. Маня. Маня пробежала через собачий кордон. Да, сейчас будем включать отопление, потому как на утро будет дюдя. Хоть и солнце было, дом нагревается, не успевает прогреваться. Кто это у нас? Я вас в папках не узнаю. Маня. Маняня. Все, друзья, всем мирной ночи. Всем добра. Всем здоровья, благополучия. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.